Всем привет! На сегодняшний день дизайн – это очень распространенная ниша для работы. Миллионы людей создают множество новых проектов каждый день. Мы исследуем нейросети, которые помогут облегчить или вообще смогут сделать за нас определенную задачу, связанную с дизайном или оформлением. Первый сервис – это Pixela. С помощью Pixela вы сможете найти нужную вам текстуру или фон совершенно бесплатно, а также вы можете добавить свой фон для общего пользования. Для этого мы переходим по ссылке в описании видео и видим простой и понятный интерфейс. В поле поиска вводим нужный нам фон или текстуру, и Pixela выдаст нам множество вариантов. Выбираем тот, который нам больше подходит, и нажимаем кнопку Download. Она находится на каждом изображении в верхнем правом углу. На очереди Trace. С помощью Trace вы с легкостью можете удалить задний фон с вашей фотографии и заменить его цветным или прозрачным, всего за несколько кликов. Заходим на сайт, ссылку на него оставляю в описании. Видим, что нам предлагают посмотреть, какой результат можем получить с помощью этого сервиса. Проходим авторизацию через Google. Чтобы удалить фон, нажимаем Upload a photo. И выбираем ту фотографию, с которой нам нужно его убрать. Фото загружено. Как видим, сервис уже обрабатывает его. Результат не заставил долго ждать. Изображение можно загрузить в формате PNG себе на ПК. Перейдем к следующему сервису. Он немного похож на предыдущий. Но с его помощью удаляется не фон, а предметы или детали, мешающие вам в кадре фотографии. AI Photo Editor. Переходим по ссылке на сайт. Он работает даже без авторизации и регистрации. И самое главное, совершенно бесплатно. Нажимаем на выделенную кнопку и добавляем фото, с которым будем работать. Под фото можно регулировать размер резинки. Настраиваем так, как нам нужно, и выделяем объект, который хотим удалить. После этого, как вы выделите и отпустите клавишу мышки, начнется процесс удаления. И нужно будет подождать до минуты. Как видим, результат очень хороший. Фотоэдитор качественно удалил мешающие детали, поэтому этому сервису однозначно быть. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Scribble Diffusion. Теперь вы можете легко превратить свои наброски и скетчи в реалистичные картинки с помощью сайта Scribble Diffusion. Просто нарисуйте что-нибудь. Добавьте описание и нажмите Go. Нейросеть использует эти уточнения, чтобы понять вашу задумку и обеспечить вам качественное изображение. Вы сможете превратить ваши идеи в живописные шедевры всего за несколько простых шагов.
Внизу в поле для написания текста нужно написать примечание, то, что вы хотите видеть на изображении. И Scribble Diffusion дорисует все, что вам вздумается. Искусственный интеллект генерирует изображение на базе нарисованных вами рисунков в выделенном поле. Jitter. Jitter позволяет легко создавать увлекательные интерфейсные анимации с помощью готовых шаблонов. Он напоминает популярный Figma, однако в Jitter вы найдете простые инструменты для добавления различных геометрических фигур, элементов мультимедиа и различных видов анимации, таких как затухание, масштабирование и маскировка. Одним из больших преимуществ этого сервиса является возможность импорта ваших проектов из Figma. Это означает, что вы можете использовать уже созданный вами дизайн, а Jitter поможет дать ему жизнь с помощью анимации. Переходим на указанный сайт. Видим, что он выглядит довольно интересно. Важно знать, что этот ресурс имеет как платную, так и бесплатную версию, но функционал бесплатной будет заметно отличаться. Нажимаем Try Jitter for Free. Нас встречает страница с шаблонами. Можем посмотреть, что можно сделать с помощью Jitter. Слева выведены главные рабочие разделы. Авторизуемся через Google и нажимаем Create New File. Попробуем сделать несложную анимацию. Нажимаем «Экспорт» в правом верхнем углу и выбираем качество проекта. В бесплатной версии анимации максимальное качество 720p. Наше видео загрузилось. Illumin AI. Illumin AI дает возможность генерировать фоны и текстуры для различных проектов. Пользователи могут осматривать результаты генерации в 360 градусов или создавать эффект пролета дрона. Сервис предлагает разнообразные стили, а вам нужно только предоставить промпт для получения желаемых текстур. По сути, это аналог Midjourney и ему подобных сервисов, только в 3D. Авторизуемся через Google. У нас есть несколько смоделированных пространств, которые мы можем просмотреть. Нажимаем на одном из них и смотрим. Можно добавить персонажа и посмотреть, как он будет выглядеть внутри локации. Карту можно загрузить себе на ПК, нажав на эту клавишу. В этом видео мы исследовали нейросети, которые помогут облегчить или вообще помогут сделать за нас определенную задачу, связанную с дизайном и оформлением, и убедились, что искусственный интеллект не стоит на месте, а развивается все больше с каждым днем. Надеюсь, что это видео будет вам полезным. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Hetman Software. До встречи в следующих видео.